Чуваш республикин пушлыхе Михаил Игнатьев тинь гына чуваш патшалах педагогика университетин жень врензе духны шамрык сембетель бульджа. Кунда илне бөлюбевзем еплере хузыгурныне врендю министре Владимир Иванов татишкерча. Иван Яковлев, ячели чуваш патшалах педагог университете, пинде тагжер водорома шулхи шертне огень вуны мажинче худагайна. Чемберди чуваш учителя зен институте негизачинде Ергеленне. Чуваш патшалах педагогика институте чинне везем пиди пызык полноран, а на пинде тагжер ала закрым шулда чуваш халахыне чутак лараганан Иван Яковлевич Яковлев ячи бехаллаще. Пинде тагжер сагр вунным шулда асла школ эшли херли ялав ордене девичне. Иги пинде тагр мажинче пагалахшин чуваш республикин президентче ядарла премию ирзабарать. Егибинде вонным шилда вара чеваш республикин хизеп грамотыне, тогда Россия Федерации президентчин тавхутне бараща. Хальги вагатра асла школда улды бин студент веренеть. Вонны факультетра керет верене форме бе, тогда керет сергебе асла пелюйлеща. Чеваш республикин пучлыхи Михаил Игнатьев щак асла школдан веренде тухаган цень пелеве педитивище полны жинхи бердеть палах. Он зарбушне шамрак веренеген зем шамалатный патега кредит жубе узы гурма булдарный береги астударжа. Паянхитель булурак, чеваш патшалых педагог университетин жень врэнсэ духны шамрэксэм хэзэнщи дневэзэмщин жень алазабадзэч. Калабр Малики Гасанова и гибинде вуникимы шулда шак асла шкулда врэнзэ духна. Хальгивы гатыра вэлшу башкарды пилик пэш гимназире ажэзни истории предметне врэндеть. Вэлшу пталап шамрэк учитель зэнь ядарла и патика крэжибе оначну зугурать. Юрий Выросов вара кэжалэчэч врэнзэ духна. Анчах паэнхи гунвэл тип хулари Андриан Николаев ячэлэ вэдам пэлю параган вуннымы шкулда истории врэндеть. Юратна асла шкулда тивэшлэ пэлю легэнзэм пайдах. В Земпурде чевашенный школ зэнджи, тогда республика Тулажинджи, верене учреждение зэнджи выхурза и шлеща. Студент сэн тогда аспирант сэм хушинджи, де пулдарулы шамрак сэмбур. В Зене Михаил Игнатьев, Тельбулова, Вишлене Май, Ядарла, стипендия зэнбезавантарджи. Республика Кларом Вали, Светлана Лекимова, Александр Петров.